новенькое видео сегодня. Новенькое видео. А угадайте почему? Правильно, выживание на одном блоке, серия 2. Как вы помните, на прошлой серии мы остановились на том, что я законфузил, ну и хотя бы каким-то образом расширил свой остров. Ну и поэтому, чтобы было удобнее, поэтому... Не буду говорить, чтобы было удобнее. Поэтому идем развиваться дальше. Так. Начинаю сразу с того, что я беру просто на шифте, добываю просто дерево. Это реально чисто дерево. Так, интересно, ну а прорастет ли это место, а? Мне вот любопытно. Сейчас добьемся хотя бы еще одного биома. И думаю, этого будет достаточно. Главное сейчас дерево нафармить, чтобы делать там вот заборы. Идите, свиньи, отсюда. Здесь вообще-то люди работают. А, самый бесполезный предмет в игре. Ну, думаю, разумнее быть палкой добыть. Да не толпитесь, да! Эта тупая свинья меня мешает. Ладно, может мне ее на мясо развести? Как думаете? Хотя, я думаю, мне на мясо будет полезнее. Так, ну... Беру просто сейчас, добываю дерево, спокуха, арбуз можно. Сейчас просто нафармим мы много всего. Не бойтесь, так не упаду. Так. Идите нафиг, идите нафиг, идите нафиг. Ладно, думаю, одну свинью не грех убить. Хотя они все равно дальше не смогут уйти. А если их подтолкну, тогда они могут упасть. Но капец, это как долго идет. Поэтому берем просто вот так. Берем рубим. Так. Нужно хотя бы хоть какое-то количество земли, чтобы... Чё это? Чё это? Да... О, спасибо, так спасибо. Сразу 22 единицы хлеба, ведро воды, дерево. Отлично, так я не забуду. Не забыть, надо это все выложить. Сундук, конечно же. Так, инструмент, ну святой, потому что если вы поняли, то я тогда вообще законфузил, как так сказать, хорошо. Что просто, можно сказать, все прокакал. Так, это все выкладываю сюда, 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 сюда. Я не пойму, зачем мне глина? Так. Ой-о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 й. Не, нужно тут даже обустраивать это все, чтобы не провалиться. Ну, чтобы хотя бы было какое-какое ограждение. Извини, свинья. Ля-л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 я
Теперь этого, думаю, можно лишиться. Чё я сделал? Так, это сюда. Так, ну, идет это дальше. Тут еще откуда-то сердца появляются. Может, это от дерева? О, курица, иди нафиг, курица. И опять курица. Да ну нафиг вы издеваетесь. Вы нафиг просто берете сейчас. Издеваетесь!
Хорошо, хорошо. Сейчас поубиваю их тут всех. Мясо себе халявное. Добуду. Идите нафиг, идите нафиг, идите нафиг. Главное, кроватку еще себе сделать. Так, думаю, все. Угу. Так, главное, ребят, тут самое главное пока на шифте только ходить. Потому что, ну, бегать уже будет слишком рискованно. Так. Отлично, просто сейчас мясо прокакал. Ладно, ребята, погодите одну секунду. Ребят, я, короче, тут пошел воды попил, потому что оно в горле пересохло. И поэтому такая вот причина. Вот хотя бы себе еды тоже на халяву раздобыл. Так, главное еще немного шерсти нафармить. Это будет тоже важный элемент для кровати. Поэтому будем вот так спокойно добывать. Так, такое сено. Значит, у меня будет запасов хлеба будет много. Можно еще куда-то пристроить ведро воды. Или может сразу портал в ад создать. О, да, это будет замечательно. Сейчас мы берем просто вот так, работаем и все спокойно. Ой, на береза, земля, дуб. Иди нафиг. Так. Мы просто фармим. Мы просто, ребята, фармим ресурсы. Наперво, чтобы были хоть кое-какие начальные инструменты. И, ребята, что-то я вообще не вижу, чтобы нормально что-то выпало. Ну ничего, будем так дальше прямиком развивать свой остров. И думаю, может, хоть чего-то добьемся. Поэтому... Опа. Так, это сюда. Это сюда. Ага. Так. Так, можно себе и пшеницы наделать. Топор, лопата. Ну, думаю, мотыгу стоит, потому что... Кто его знает? Вдруг я тут огород буду делать. Так, что это? Ага, не... мне это особо не нужно. Так, хлеб. Ну, все, можно сказать, у меня 30 единиц хлеба, инструменты. Так, и опять же те же самые ресурсы. Поэтому сейчас я их сложу. Ну, дерево, ну. Дерево такая штука, которая, типа, имеет чуть ли не смысл жизни. Поэтому... О, сундук. Ага, опять всякая бесполезная фигня, кроме саженцев. Лук. Поэтому я думаю, что это все будет для меня фигней полной. Поэтому отхожу и буду ломать. Мне эти цветочки, ну, вообще подавно не нужны. Ладно, сделаю я себе огород. Или сад. Чтобы хотя бы что-то толковое было. Думаю, может, на это стоит еще и развить остров. Чтобы хотя бы кое-какая зелень была. Потому что, ну, траву же нужно как-то заселить. Так... Ребята, а вы можете пока ставить лайк и подписываться на канал.
потому что, ну, ролики у меня, скажем, редко выходят. Ну, это из-за того, что я занят. У меня не всегда на то находится время. Поэтому таковы у меня ситуации. Это сюда, чтобы не путались мне. Так, что еще у меня в инвентаре бесполезного хлама? Вот это, вот это, вот это. Вот это. Это сюда. Хотя бы, чтобы хоть как-то украсили, а потом возьму их и заменю на всякую фигню. На дерево, например. Хотя, так как у меня есть саженец, поэтому я могу сразу вот тут посадить. Реально. Но я буду все равно на шифте ходить, потому что это будет безопасный для меня метод. Поэтому... Потому что, как вы помните, я всегда падал отсюда, поэтому, ну... Нужно же как-то чего-то удостоиться. Ага, супер. Вот супер, реально будет супер. Так, беру меч. Все. Ах, да, точно, я же забыл кое-чего. Мне же пшеницы нужно сделать. Так. Ага, беру вот это. И оттяпаю себе пшеницу. Давайте, давайте, сюда, 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 сюда. Так. Кормлю овцу. Кормлю палочку. Кормлю вот это. И... До свидания, овца. Так, ага. Ну все, ребята, можно сказать, я уже сделал себе... Я нашел себе ресурсы для кровати. Так. Ну что ж. Вот кровать. На, кушай, кушай. Не хочешь, как хочешь, тогда я иду спать. Завтра будет новый день, зато новая точка местоположения появилась. Идем дальше собирать траву. Очень хорошо, что овца появилась в это время. Ну и этот тума тоже бесполезное существо. О, смотрите, она-то держит. Так, ну, просто берем, дальше собираем. Нет. Плохая тактика. Почему так не везет? Ну ладно, ладно, соберем. Это бесконечность полная. На, просто чисто невезение. Ребята, вот пишите хэштег «Ароунубу». Нубу. Это реально чисто заслуживает. Вот, максимально крутой способ на то, чтобы разводить нуба. Тара-та-та-та. Я не понимаю, ну зачем мне глина? Вот что я могу из этой глины нормально сделать? Костер или... Коптильня? Ну, для этого мне уже камень нужен, а как камень... В таких условиях добыть я вообще, ну, без понятия. Блок глины. Капец. Ну, это все просто долго идет. Это просто жопа реальная. Так. Просто было куча всего, и я просто выпал с миром, можно сказать. Но листва мне не нужно. Давайте сундук, чтобы там были, ну, хотя бы хоть что-то стоящее. И не какой-то какие-то там нубские предметы. Просто буду собирать все. Так. Стоп.
А я могу, типа, ну, по-другому поступить, ну-ка. Сейчас. Дерево есть, ну-ка. Да. Зря надеялся. Так, ну тыкву можно собирать. Сделать себе потом то, что будет, можно будет жрать. Так, ну-ка. Так, а если применить мотыгу? Так. Сейчас. Попробуем-ка таким образом. Потому что, ну, я не знаю, как мне дальше уже зелень превратить. Только вот это все смотрится идеально, и кликаю на цветы, ничего не появляется. Разве что только трава. От которого толка никакого нет. Все, думаю, таким образом можно и пшеницы себе нафармить. Так. Тогда пусть это будет у него. Сейчас возьмем еще немного, нужно расширить свой остров, потому что это важный элемент. Кстати, ребята, забыл, у меня же еще много дерева, я могу... Опа. Ну все. Теперь идите, вы свободны. Так, у меня, кстати, ребята, за это время большое количество дерева нафармилось. Я же могу из них заборы просто сделать, так будет безопаснее в 100 раз. Хоть я, бывает, преувеличиваю. Ага, палки. Сейчас еще досок. Ну вот. Сейчас наши встану и пойду, короче, отстраивать это все. Притом расширяя свой остров. Ну, думаю, теперь можно идти. Ну, можно вот так идти спокойно. Кстати, ребята, если вам нравится этот контент, то поддержите его лайком. Потому что у меня на монтировку еще уходит еще какое-то большее количество времени. И ваша поддержка, ну, здесь вот, ну, реально нужна. Так. Поэтому все. Вот теперь ставлю заборы. Давай, давай, вали отсюда. Нечего настройки делать. Угу. Опять? Хотя, спасибо, что послушалась. Так. Можно сделать из акации. Так, из этого еще в тройне сойдет вот это. Так, ага. Угу. Чтобы было покомфортнее выживать и не бояться каких-то трудностей. Поэтому надо остров расширять на какое-то количество.
Так. Да ну нафиг! Угу, супер. Так. Ну все, думаю, все, вот теперь остров хоть более-менее как раз ширен. И даже трава появилась, отлично. Ну, я точно знаю, что вот этот блок, который появляется, это все. Все, отлично, вот теперь, думаю, вот теперь оно того стоит. Все, отлично, ребята, вот теперь остров реально чуть-чуть прокачан. Ну что, ребят, если вам понравилось это видео, то тогда ставьте лайк. И как только наберем сразу несколько лайков, то обязательно выйдет следующая часть. Ася. Также вы можете просто написать мне в личное сообщение в ВК, чтобы я прочел их. Так что подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии. Ари. Я песню финал, вы наверное овермач, что. Фитер Донбала. Эпанал. Thanks for watching. Goodbye.